Окей. Начинаем? Добрый день. Меня зовут Алексей Семенов. Я представляю официальный дилер «Лада», город Чебоксары, автосалон «Диалавто». Сегодня у нас с вами на тест-драйве автомобиль «Лада Нива 4х4 2121». Машина себя зарекомендовала уже давным-давно. Машина выпускается с 1977 года. С тех пор завод «АвтоВАЗ» выпустил этот автомобиль, ну, больше 2 миллионов экземпляров. Вот, машина пользуется спросом во всем мире, любят и в Европе, ну и во всех странах. Машина покоряла Эверест и хорошо пользуется и у нас в России. Давайте же посмотрим, на что этот автомобиль способен. Впереди у нас с вами маленькое приключение. Поехали. Давайте попробуем подняться на эту гору, на эту возвышенность. Опа. Автомобиль справляется со своей задачей без проблем. Да вот что значит «Лада на 4 на какую гору». «Лада 4 на 4 на какую гору». Хотели подняться, на какую поднялись. Да. Впереди у нас осень, охота, рыбалка. Пожалуйста, приглашаю вас к нам в автосалон. Приезжайте, съездим на тест-драйв. Машина сама себе все расскажет. Управлять таким автомобилем сплошное удовольствие. Автомобиль предпочитают это те люди, которые знают толк в бездорожье. В основном эта машина вторая в семье. Либо приобретают машину те люди, у которых она уже не первая. Дороги еще не построили, то мне кажется, без «Лады 4х4 там никак. Ну да. Кстати, на данный момент сейчас действует госпрограмма. Первый автомобиль, семейный автомобиль. Программа для медиков. Сможете старый свой автомобиль сдать по программе выкупа и получить 10% от стоимости нового автомобиля дополнительную выгоду.
Так, давайте сюда заедем. Это Нива. 4x4. Мы же вообще не смотрим, куда едем. Она едет. Для нее нет такого понятия, нет дорог. Я боюсь, что камера все это не передаст. Конечно, даже я когда в камеру смотрю, вообще спокойно, не страшно вообще. А когда смотришь прямо перед собой, тут все летает, тут растения, горы, ямки какие-то. Гарантии 50 тысяч километров. Можно, кстати, у нас дополнительно приобрести и дополнительную гарантию. Обратите внимание, все как красиво. Да. Осень, свои краски.
поднимем. Это вы напылили. Высота автомобиля. Клиренс очень высокий. Машина идет уже с завода. Из защиты двигателя. Легко подходит для тюнинга. Особых доработках. Если ее сильно поменять, ее, наверное, и покупать не буду. Небо любит такая, какая она есть. Она себя уже давно хорошо зарекомендовала. Надежный полный привод. Мы, конечно, проводили опрос, проводили из
они искали здесь грязь и лужи. Вот все, что мы нашли. Но, возможно, повторим наш тест-драйв более позднее время, когда будет точно лужи, дождь. А мне-то не выпустишь? Давай я тебя здесь оставлю, и мы посмотрим со всех ракурсов. Хорошо. Звук станет хуже, он станет гораздо зрее. Вот так одной левой я закрыла дверь. Вы только посмотрите, мы эту лужу раскатали до огромной ямы, а все равно проезжает. Красавица. Ну какая иномарка за такие деньги может такое? Тут... Нашел там себе яму для развлечений. Спасибо всем большое за внимание. Мы завершаем наш эфир.